Привет, друзья! Сегодня 15 августа, понедельник, и мы с вами в 4 часа дня находимся на набережной Черноморского. Сегодня нам обещали дожди, и на завтра тоже прогноз дожди. Пасмурно действительно, но температура 28 градусов, вода теплейшая. Посмотрите, сколько в воде людей. Здесь еще немного, а возле итальянской деревни там вообще было очень много в воде купающихся. Ну, так как загорать нельзя, то я думаю, что многие уехали на экскурсию. Вот ближе к центральной аллее, к парку Комсомольский, там, конечно, отдыхающие больше. Сейчас мы пройдемся и посмотрим. Я, как всегда, гуляю с Рокси. Она у меня характер свой показывает, поэтому не все так просто. У меня, имею в виду, со съемкой. Да, водичка теплая, 26 градусов. Вот, видите, вдалеке опять собираются тучи. Они уже сколько раз за сегодняшний день собирались, все пугали нас дождем, но дождь так и не собрался. Ну, конечно, есть повод сегодня пиво выпить. Не такой жаркий день. Солнце не светит. Смотрю, многие балуются пивком. Но на отдыхе все, наверное, можно. Машин много. После известных событий в Новофедоровке, знаете, вот по моим наблюдениям, не убавился у нас народ и на пляже. Ну, на городском пляже вот здесь я бываю не так часто днем. А куда мы ездим? Сейчас мы пройдем здесь по песочку. Там, конечно, отдыхающих с палатками очень. Там много, что там говорить. Конечно, не такое количество, как было в прошлом году. Ну и обижаться грех камчанам. Несмотря на пасмурную погоду, сейчас мы немножечко посветлее сделаем. Угу. Вот так, чуток посветлее композицию сделала. Несмотря на пасмурную погоду, на пляже есть отдыхающие. У нас возле дома Болгарский микрорайон называется. Делают асфальт. И это очень приятно. В общем, много-много что делается на благо. Построены многие площадки детские. Так что жизнь продолжается. Сегодня желтый флажок. То есть купаться разрешено. Это тут прям в грязи мальчишки. О, Господи. Ну да. Хрю-хрю. Тоже, наверное, пиво отведали. Так, вы знаете, все спасательный круг. Так, ветер дует. Закрывать мне никак микрофон нельзя, потому что у меня в другой руке Рокси. А вот как раз и на городском пляже-то и не очень много людей. А вот возле итальянской деревни, там их полно. Имею в виду курортников, отдыхающих туристов. Так, колесо обозрения сегодня не двигается. Рокси напугалась. Когда возле горки дети спускались, и там резко в воду кто-то так плюхнулся, и вот это ее напугало, и она поэтому тянет. Ну, ребята, хочу показать вам
Да. Вода, конечно, здесь у берега не совсем чистая. Ну, я смотрю, что это отдыхающих не смущает. И все-таки мысли о том, что это естественный антибиотик, греет душу, и люди с удовольствием купаются здесь. Ну, если чуть-чуть отойти подальше, то вода, конечно, чистая. Сейчас мы подойдем сами, потрогаем водичку. Да, Рух? Ну-ка. Шикарная вода, просто шикарная. Правда, сейчас у меня ноги все будут в песке. Но это не беда. Вот так, смотря, несмотря на пасмурную погоду, отдыхающие есть, купаются, радуются, веселятся, набираются силы здоровья. Я тут недавно услышала, что в Черноморском любят отдыхать кости дзю. Не знаю, сама это видео не видела. Ой, что это такое? Где что тут такое ходит маленькое? Интересненькое. Малышка. Ой, какие только костюмы у них не придумают. Так, это у нас душ. Отлично. Ну, это место вы, наверное, все узнаете. Девчонки, Татьяна, Светочка, Галинка, Марина, Людмила, Людочка Таева. Я тебе тоже передаю привет. Светочка. Ой, ну, а Татьяна. Танюшка вообще всегда мне пишет. Маргарита. Маргариточка, Маргарита. Девчонки, как я вас обожаю. Вы меня всегда так поддерживаете. Ну, я думаю, что если вы на следующий год приедете, мы обязательно с вами встретимся. Ну, вот ваши любимые торговые точки, где вы покупаете косметику и всякую крымскую мелочь. Мы прошли практически весь пляж. Я всегда начинаю снимать с итальянской деревни, а вот сегодня решила показать вам здесь. Кто-то спрашивал, не удалили ли, не вырубили ли оливки. Нет, вот они все на месте. Правда, вот одна засохла, а остальные все на месте, и там есть отдыхающие лежат, сидят, ну, как всегда, пьют пиво. А, да, я же вам начала говорить. Костя Дзю уже несколько лет любит отдыхать в Черноморском. Хотя он прожил где-то за границей, но Черноморское он очень любит. И, кстати, останавливается он в Леопалас, отель Леопалас. Что, пройдем здесь немножко? На той стороне у нас Машенька, блондинка из Крыма. Продает крымскую косметику. Девочки, обязательно зайдите к ней. Она не только ребят продает, она обязательно вам подберет все на ваш вкус. И объяснит именно то, что полезно и то, что нужно. Не вся, естественно, крымская косметика хорошая. Но Машеньке можно доверять. Так, надо остановить Рукси немножко. Видите, сегодня 15 августа. Еще, ребят, 2 недельки и все. И закончится у нас лето. Курортный сезон, конечно, будет продолжаться. А, вот знаете, вот, кстати, этот дом, перевертыш, я всегда прохожу, но здесь ни разу не была.
аттракционы. А, и в Черноморское, кстати, цирк Шапито частенько приезжает. И сейчас в парке Воронцовский тоже там раскидывается парк. Ой, парк, говорю, цирк. Не знаю, не была, не знаю. Здесь тоже ни разу не была на представление. Даже не имею понятия, есть сейчас представление или нет. Ну, по крайней мере, рекламы нет. Черноморский фонтан радует вечером своими огоньками. Сейчас, конечно, не включено ничего. Диско-бар. А, здесь теперь диско-бар. Терраса, кафе. Ну, ладно, будем знать. Все, хочу прийти сюда вечером, поснимать. Ну вот, не хочется, как-то мне все лень. Вон еще чихуашка, вот маленькая чихуашка. А наша корова здоровая. Вот. Это маленькая, а наша какая. А это быстрее же, бежать ей нужно. Все, не привыкла она к таким шумным местам. Ну вот, ребятки, сейчас мы по центральной аллее пройдем, парка Комсомольский, и потом пойдем назад. Ну вот, в принципе, мы с вами дошли до игрового центра здесь. И поворачиваем назад, пройдем опять по парку. Ой, только не надо писать, что мало-мало народу, мало отдыхающих. Нет, ребят, ну многие же поехали на экскурсии. Кто-то поехал в Евпаторию, кто-то еще куда-то поехал, потому что пасмурная сегодня погода для экскурсии вообще замечательная. Ну, а так как в этом году приехали все на машинах, да поехали куда-то на места, на дикие пляжи, на Беляус, например. Так, ну пройдем мы той стороной. ₽250 в кресле, ₽200 на роботе посидеть, поиграться. Да, деткам интересно, маленькая собачка. А вот здесь и отельчик. Никогда вот здесь бы не остановилась, но это я, гостиница, да? Потому что музыка здесь гремит, если у нас все слышно. Опять эта чихуашечка впереди. Боже, какая она маленькая, какая наша здоровая. Нет, мы обойдем их. Холодное пиво, шашлык, мясо, рыба. Вот, вот это основное показание. Ну вот мы возвращаемся назад. Рукси чуть-чуть успокоилась, и это хорошо. Ой, какие маски. Купить и напугать кого-нибудь. Нет, так, тут собачка у нас большая стоит. Хотя все собаки, которые приезжают, вот именно с отдыхающими, все спокойные. И местные собаки здесь воспитанные. С нашей не связываются. Да, затягивается небо. Все такие спокойные, никуда не спешащие, расслабленные, потому что тепло, 28 градусов. А, вон, видите, цирк. Какого 16 августа? Ага, завтра грандиозное представление. Ну, мы сегодня с Рокси, когда были в Воронцовском парке, там еще ничего не было собрано. Видите, небо какое. Ну что, пройдемся еще немножко.
в начале лета все беленькие. И сейчас тоже есть беленькие, иногда встречаются, но в основном все черненькие, негритятки. Здорово вообще. Ну, проходим мимо душа. Так, видите, вот там, в той стороне, голубое небо. А позади нас черные тучи. Конечно, вот, знаете, духота душно, душно очень. Мы идем с Рокси медленно. Но я бы сейчас с удовольствием окунулась бы в воду. Завтра собираемся проехать в Евпаторию. Просто прогуляться, если не будет дождя. И снимем вам там о Евпатории, сколько сейчас там отдыхающих. Ну, опять пройдемся по набережной. Знаете, мне сейчас очень нравится. Так хорошо, так спокойно. Ветра нет, водичка такая тоже тихая, теплая. В беседке, видите, классная. Книжку можно почитать. Спасатель на месте. А, здесь не работает горка. Да. Вот, видите? Заметьте, мелко. Здесь нет таких вот впадин, чтобы идти и провалиться глубоко. Нет, здесь очень ровно идет такой вот углубление. Ребенок, видите, с нарукавниками, все правильно, все замечательно. А водоросли. Ужас. Ну вот, мы теперь от центральной аллеи идем обратно. Это иду я в сторону итальянской деревни. Но, конечно, водорослей обалдеть сколько. Когда я была дня 3 назад, не было столько. А сейчас, конечно, их накидало. Ну, я согласна, что вот в данный момент их просто невозможно убрать. Потому что море приносит прям порцию за порцией. Ну, ультрафиолет все равно же идет, правда же, даже при пасмурной погоде. Но зато и подышать можно. Я уже и привыкла, сейчас пока прошла, и привыкла к запаху водорослей. Нормально. Так, ну что, пойдем мы. Ну, пойдем, здесь пройдем. Музыка, музыка играет, нам не нужна музыка. Ну вот мы тоже, да, пытались эти дни снять подводную съемку, но не получается, потому что вроде бы вода прозрачная, а когда смотришь уже снятое, то песок. Я все мечтаю снять красиво медуз больших, но у меня не получается. Было все-таки у меня несколько видео с медузами. Но все равно. Так, собачка любопытная наша сразу убегает. Правильно, Рокси? Правильно, убегай. Молодец, умничка убежала. Не надо нам мальчишек. Мы, девчонки, скажи, не даемся знакомиться. Умница моя. Сейчас мы ее покажем. Вот она. Да, Рукси? Завидую белой завистью. Сейчас бы тоже с удовольствием в волейбол поиграла. Вот
все пытаются заигрывать с Роксиком. Потому что ты... Ай, нет. Она сосредоточенная. Ей нужно поспевать за мамкой бежать. О. Слышите? Дерзай, билет покупай, цирк. Где же там у них животные были спрятаны? Может быть, еще приедут? Но там буквально было 4 фургона, и они все были закрыты. Если там собачки, ну, может быть, вентиляции какие-то есть. Какая-то есть вентиляция. Но сегодня жарко, и с утра было жарко. Я обожаю снимать именно на пляже. Мне нравятся люди такие, вот я говорю, такие умиротворенные, такие хорошие, такие спокойные. Мирный. О, галаштаник. Маленький галаштаник. Ой, сладенький мальчик. О, было время, когда мы тоже так бегали. Ну вот, мы дошли с вами до горки, которая находится напротив ресторанчика или кафе Маджо. Здесь все работает. Сейчас мы еще на берег выйдем, и я вам сниму, сколько возле итальянской деревни купающихся. Ну вот приблизительно где-то так, ребят. Прошлись мы с вами. Отдыхающие есть, их немного. Но сегодня можно понять, погода не совсем для загара. Видите, вот там тучки какие. На этом я пожелаю вам всего самого хорошего. Летние денечки пусть вам будут в радость. Всего нам и нам, и вам доброго, добра и мира. Пока, ребят, увидимся еще и услышимся. Ну, а напоследок Маджо. Ресто-клаб. О, тянут под навес. О, запрыгнула. Я думала, она не запрыгнет. Все. Всем пока!